Всем привет, с вами Саня, и добро пожаловать на канал Nice Mock. И сегодня у нас будет рубрика «Мой микс». Сегодня, в общем, будем готовить энергетическую колу со всякими ягодками, фруктиками, в общем, со всякими вкусняшками. Парень, да, именно ты хочешь сидеть дома и просто зарабатывать, ничего не делая? У меня есть для тебя один секретик. Слушай внимательно, тебе в этом поможет компания FTC. Так вот, эти самые ребятки помогут тебе в этом деле. Слушай, запоминай, все очень и очень просто. Первым делом проходим по ссылочке в описании, регистрируемся на сайте. Все очень легко и все очень просто. Ну а после того, как вы придумали свой логин-пароль, кликнули по кнопочке «Я не робот», вы оказываетесь уже в личном кабинете. Ну а дальше у нас снова ничего сложного. Выбираем депозит. Можно выбрать на сутки, на 7 дней, на 14, либо на 28 дней. В прошлом моего вклада мне денежка уже пришла, и давайте сейчас закинем на 14 дней. Пускай будет 3000. Да и 14 дней с наших 3000 у нас будет прибыль 570 рублей. Все, создать депозит. Депозит успешно создан. А на все это дело можем вложить от 100 рублей до стоимости, не знаю, вашей почки, наверное. Попробуйте сначала закинуть, допустим, 100 рублей, посмотреть, как это работает, а дальше уже думайте сами. Вот и все, как обещал, ничего сложного. Проходим по ссылочке в описании, регистрируемся и зарабатываем. На теплоходе Скайте, Ярики. О, парни, полегче. Здесь много пахнуто. Концерт пришел здесь. О, он тут нагнал, сейчас здесь шуметь, блин, перестали. Всегда найдется тот, кто испортит тебе кадр. В общем, у нас энергетическая кола. Давайте уже перейдем к забивочке, посмотрим, что у нас да как будет. Ну, основная, как ингредиент, как могли, конечно, догадаться, это будет кола. У меня сейчас кола от Кобры. В принципе, можете брать любую колу, которая вам нравится. Мне еще закатывать Dark Side, но, к сожалению, он вот закончился вот-вот. И будем забивать, что сказать про колу Кобры. Просто хорошая кола. Типа, не какая-то вау и не какая-то фу. Просто норм, если, допустим, не знаю, купите, не обладаете, так точно, блядь! Были небольшие технические неполадки за погоду, но сейчас вроде все успокоилось. В общем, нигде мне нет покоя. Итак, в общем, что у нас? Кола в забивочку. День добиваем. Забиваем процентов 35-40, как у нас все-таки будет основной вкус. То бишь, в общем, где-нибудь вот так вот. Энергетический напиток у нас будет от Daily Hook. В принципе, это, наверное, самый такой вкусный, освежающий энергетик, который я пробовал. Хотя я пробовал не у особо многих производителей, но из тех, которые пробовал. Этот прям пахнет просто, каким-то, не знаю, Red Bull'ом, вот что-то, в общем, такое. Вкусно. Свежо. Во процентов, ну, где-нибудь 30, в общем, добавляем. Где-нибудь давай чуть-чуть вот так вот вольнем разочек, ну и давайте еще чуть-чуть. Энергетик плохо, в общем, с колой точно не будет. Где-нибудь вот так, в общем, чуть-чуть поменьше, чем кола. Ай, солнце вышло, сейчас буду щуриться как китайманом, а просто без очков. Что у нас будет дальше? Будет у нас вишня будет от Сатира. Ну, в принципе, такая норм вишня, как по мне, но все же самый вкусный вишня, который я пробовал, это коктейльная вишня от Кобры. Но здесь, в принципе, пахнет вишней, то вишней очень-очень терпкой, в общем, какой-то. И вот оставшееся место, что у нас есть, еще будет три вкуса, их примерно делим, ну, напополам, который вот остается. По вишне все. Вишню убираем. Дальше добавляем лимон и леденцы, все-таки кола. Сочетается с какими-то цитрусными вкусами. Есть от Травенда хорошие лимоны леденцы. Не знаю, один такой из топовых вкусов, которые у них есть. Конечно, все равно... О, что-то пахло. Какой-то ядерный запах у нас ударил. В общем, его забиваем примерно столько же, сколько и вишенки. Да, на вид это сено. Что-то необычное, но тем не менее неплохо очень курится. Это прям, ну, лимонные леденцы. Будет нормас. И для такой, в общем, сладости, для такого ягодного вкуса еще доложим немного виноградик. Виноградик у меня от Неона. На запах такие, скорее тоже леденцы, нежели просто как вкус чистого винограда. Такие сладкие виноградные леденцы. Немножко вот винные.
клубиный такой запах. Все, им просто добиваем оставшуюся часть. То есть примерно как-то это выглядит все как-то так, но я это секторами бить не хочу, не буду. А сейчас все перемешаем. Все-таки кола, напиток, все должно быть, вкусы должны быть смешаны. Мешаем, что? Все тщательно перемешали, паток у нас тут перемешалось, табачок просто выкладываем вот так вот на чашечку. Все просто аккуратненько, как обычно, утрамбовываем, вернее не утрамбовываем, а выравниваем. Давить тут не надо. В касанце тоже, наверное, делать не буду, ради что легкое-легкое. Все, ребят, чашечка выглядит как-то вот так, а я пошел мыть руки, ставить уголечки и раскуривать кальянчик. А, вкусненько. Все, ребят, раскурился кальянчик. Так, давай еще раз пройдемся по табачкам, если вдруг кто-то забыл. У нас кола от Кобры. Если хотите что-то покрепче, можете взять Dark Side. Процентов ее где-то 40 в забивочку, чтобы был вкус колы. Дальше у нас Daily Hook энергетический напиток. Его также плюс-минус процентов 30. Дальше у нас идет черри, вишенка от Сатира. Говорил, что можете заменить на Кобру вишню. Мне она больше нравится по вкусу. Но здесь зато она дает крепкость. Так, это у нас там сколько получается? Ну, короче, процентов по 10 уже всего остального. Просто пополам делите забивочку. У нас идет дальше виноград от Неона, такие виноградненькие, сладенькие леденцы и цитрусовый немного вкус, и у нас Rel Blend лимонные леденцы. Еще бы сюда бы добавил бы холодочек, я что-то про него совсем забыл. В общем, если еще добавить холод, прям будет вообще пушечно. С нами сегодня нету нашего самого непревзятого с мнением Сергея, он у нас работает. Но был бы он здесь, он бы точно сказал, что это 10 из 10, ребят, вкусно, всем советую, забивайте. В общем, что, ребят, все, не забываем подписываться обязательно на канал, показывать этот миксочек своим друзьям, ставить лайки и пишите в комментариях какие-нибудь свои варианты вкусных забивочек. Если что-то понравится, в общем, выберу. Выберу, попробую, забью. Все, с вами был Саня, канал Nice Smoke. Курите. Бля, как я там говорил, я забыл. Дымных и вкусных кальянов вам. Все, ребят, всем пока. Вкусно.